Глубоко уважаемые члены Президиума, глубоко уважаемые коллеги, разрешите выразить благодарность за возможность выступить на таком знаменательном форуме. И настоящее сообщение подготовлено на основе предварительных результатов исследований, проведенных в двух московских научных центрах – Институте онкологии имени Герцена и Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины. Поскольку наш форум проходит в знаменательные дни памяти Александра Сергеевича Пушкина, мне хочется начать свое выступление с размышления небезызвестного всем Евгения Онегина. «Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь. Онкологам, занимающимся клинической практикой, хорошо известно то мучительное чувство неудовлетворенности, которое он испытывает, не может радикально помочь онкологическому больному, имеющему распространенную стадию заболевания. А вместе с тем в России до сих пор злокачественные новообразования в более чем 40% случаев выявляются в третьей и четвертой стадии. Хочется сказать, что отечественное здравоохранение, начиная с самого начала государственности, имело профилактическую направленность. И еще в 1925 году первый нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко провозгласил: профилактика – это путь, которым мы идем. Диспансеризация – метод решения профилактических задач. Профилактическую направленность имеет и онкологическая служба, 70-летие которой мы отмечаем в этом году. Уже в 1948 году по инициативе принимающей нас стороны Института онкологии имени профессора Николая Николаевича Петрова в практику были введены профилактические осмотры населения с формированием групп высокого онкологического риска. А директор института академик Александр Иванович Серебров явился инициатором создания цитологической службы в Ленинграде и цитологического скрининга рака шейки матки в стране. Одновременно цитологический скрининг рака шейки матки, начиная с 1964 года прошлого столетия, проводился и в Калинине по инициативе сотрудников института имени Герцена. В результате были получены репрезентативные данные, которые полностью соответствовали данным проведения цитологического скрининга рака шейки матки в Европе и Америке. Таким образом, профилактическая направленность чрезвычайно важна, о чем неоднократно подчеркивал в своих выступлениях в правительстве и в Комитете здравоохранения Госдумы министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. В России чрезвычайно высока распространенность факторов риска среди населения. Это и несбалансированная диета, более 44%, как следствие ожирение среди населения 29%, низкая физическая активность и курение 37%. Основными факторами, влияющими на динамику смертности мужчин, является курение свыше 44%, алкогольная зависимость 17%, ожирение 14%. Среди женщин ожирение в 40%, алкогольная зависимость более 32% и курение 10%. Поскольку в стране выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, то выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и злокачественных, возложено на первичное звено здравоохранения. И основой раннего выявления злокачественных новообразований в первичном звене является онкологическая настороженность медицинских работников. Принципы онкологической настороженности довольно просты, и еще в 80-х годах прошлого века были сформулированы Юрием Яковлевичем Грицманом.
Это и знание симптоматики ранних форм новообразований, и, выражаясь современным языком, знание маршрутизации онкологического больного или пациента с подозрением на наличие опухоли, тщательное обследование каждого пациента, обратившегося к врачу любой специальности, особенно при подозрении у него на наличие опухоли. При атипическом или осложненном течении заболевания врач должен иметь в виду проявление паранеопластического синдрома. И основное, конечно, лечение предраковых заболеваний, поскольку профилактика – это лечение не ранних форм злокачественных опухолей, а именно предупреждение их развития. Анализ причин запущенности показал, что недостаточная квалификация врачей первичного звена по онкологии составляет 22%. И свыше 70% – недостаточный уровень санитарно-просветительной работы. Вклад онкологическая служба, мы, онкологи, в оба этих направления должны вносить свой постоянный вклад, причем очень активно работать в этих направлениях. Значит, что такое диспансеризация? О чем мы ведем речь? Это профилактические осмотры определенных групп населения на выявление хронических неинфекционных заболеваний, вносящих наибольший вклад в показатели инвалидизации и преждевременной смертности населения. Сюда относятся и сердечно-сосудистые заболевания, определенные виды злокачественных новообразований, хронические бронхолегочные заболевания, в первую очередь туберкулез, сахарный диабет, а также выявление модифицирующих факторов риска развития этих заболеваний. Приказом Минздрава определен порядок проведения диспансеризации. В отношении диспансеризации проводится в два этапа. Среди населения, начиная с 21-летнего возраста, с периодичностью один раз в 3 года. И первый этап онкологического компонента включает анкетирование, которое позволяет выявить факторы риска и генетическую предрасположенность к опухоли, цитологический скрининг рака шейки матки и маммографический скрининг, исследование кала на скрытую кровь, УЗИ органов брюшной полости, и здесь также включена флюорография легких, но мы с вами понимаем, что это не скрининговый тест на раннее выявление рака легкого. Но поскольку компьютерную томографию даже в группах повышенного риска по развитию рака легкого, ну, экономические особенности страны не позволяют включить, но вместе с тем флюорография легких позволяет выявить, хотя и достаточно объемные, достаточно распространенные периферические рак легкого. На втором этапе диспансеризации проводятся эндоскопические исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта, а также осмотр врача-уролога, хирурга, акушера-гинеколога при выявлении показаний для проведения этих исследований. Диспансеризация в нашей стране проводится уже в течение 2 лет. В 2013 году было обследовано 20,5 миллионов населения. В 2014 году этот показатель приблизился к 21 миллиону. При этом сравнение возрастной структуры населения, прошедшего диспансеризацию, с возрастной структурой населения России по данным Росстата, она аналогична, что позволяет сделать вывод о репрезентативности данных диспансеризации. Какова же структура злокачественных новообразований, выявленных при диспансеризации? Она соответствует тем тестам и исследованиям, которые заложены в алгоритм диспансеризации. Первое рейтинговое место занимает молочная железа, затем предстательная железа и так далее. Хочется сразу подчеркнуть, что в 2014 году выявляемость злокачественных опухолей
увеличилось на 12%. Вообще и по отдельным нозологиям, в частности при раке предстательной железы, увеличилось на 50%. По анализ мониторинга результатов диспансеризации показал, что и в 2013, и в 2014 году 32% случаев опухолей среди всех активно выявленных другими при других профилактических осмотрах выявлялись во время диспансеризации. При этом, если мы сравним долю активно выявленных опухолей по данным всех медицинских осмотров, то с наибольшей частотой выявлялся рак шейки матки 32%, молочной железы 30%, предстательной железы 25% и рак легкого 22%. А вот доля выявленных при диспансеризации имеет совершенно другую структуру. И мы видим, что замыкает эту структуру рак прямой кишки всего около менее 1%, рак легкого 15%, но это совершенно понятно, поскольку в алгоритме диспансеризации нет исследования на раннюю выявляемость этой нозологической формы. А вот лидирующую позицию занимает рак желудка 60% с лишним, предстательной железы, почки. Показателем эффективности проведения диспансеризации является стадийность выявленных новообразований. Вот по данным диспансеризации, в 2013 году при диспансеризации на первой и второй стадии было выявлено 71% опухолей, в 2014 году этот процент вырос до 72%, что, соответственно, внесло свой вклад и в данные популяционного ракового регистра. Кроме самих новообразований, в ходе диспансеризации регистрируются и мониторируются случаи, выявленные в случае подозрительной на наличие злокачественной опухоли. И в 2013 году таких случаев было выявлено порядка 43 тысяч, то есть 37% случаев злокачественных новообразований в общей группе были заподозрены. Вот данные мониторинга данной группы, которую мы называем группа повышенного онкологического риска, показали, что в 30% случаев в этой группе были подтверждены злокачественные опухоли различных нозологий. Спасибо. Значит, удовлетворяет ли нас онкологов результаты диспансеризации? Конечно, нет. Каковы причины? Значит, мы сравнили частоту, необходимую частоту назначения методов обследования и частоту их реального выполнения. И вот оказалось, что такие необходимые исследования, как УЗИ брюшной полости, мазок шейки матки, выполнялись в 50%. Ну, соответственно, мы предполагаем, что если бы они выполнялись хотя бы в 80-90% случаев от запланированного, то и эффективность, результаты диспансеризации населения были бы гораздо выше. На втором этапе диспансеризации, в 2013 году, на второй этап по показаниям было направлено 19%, а это почти 4 миллиона наших граждан. Также с достаточно низкой частотой выполнялись, то есть где-то 70% эндоскопические исследования верхнего и нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, консультация проктолога. А мы с вами понимаем, что второй этап диспансеризации направлен не вообще на выявление патологии органа, а все-таки на выявление злокачественной опухоли. И вот оказалось, что для выявления одного рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это пищевод и желудок, понадобилось выполнение 58 эзофагогастродуоденоскопий, а для одного колоректального рака 13 колоноскопий. Так,
Ну и по данным Института профилактической медицины была оценена долгосрочная социально-экономическая эффективность диспансеризации по результатам 2013 года, которая показала, что наибольшее количество смертей удастся предотвратить за счет снижения смертности от рака молочной железы. Затраты на один год сохраненной жизни оказались ниже, чем ВВП на душу населения. И возврат инвестиций за счет сохранения трудового потенциала экономически активного населения составил 10 рублей на каждый вложенный рубль в течение 10 лет, что говорит о достаточно эффективной реализации инвестиций государства в диспансеризацию. И еще 30 секунд. Анализ результатов диспансеризации показал, что онкологическая служба совершенно не участвует в этом мероприятии. А вместе с тем, если мы сравним показатели диспансеризации по сердечно-сосудистой патологии, то уже за 2 года снижение смертности составило около 7%. Так что задача, в общем, честь наших как онкологов взять под контроль онкологический компонент диспансеризации. Тогда эффективность его будет достаточно высока, и это ответственность региональных, внештатных, главных специалистов-онкологов и их команд. Спасибо. Спасибо вам большое. Вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Есть. Пожалуйста, мы вас слушаем. И ты, Брут. Лариса Митрофановна, вот вы привели данные, что доля выявленной патологии вот при раке желудка в диспансеризации, она чуть ли не на первом месте. Понимаете, рак желудка выявляет при диспансеризации. Замечательно вообще. Как это коррелирует с тем, что запущенность при раке желудка остается такой же высокой и даже увеличивается в России? И одногодичная летальность, к сожалению, тоже за последние 10 лет несколько увеличилась. Не кажется ли вам, что желаемое за действительное выдается? А с вашим заключением, что онкологи должны в диспансеризации участвовать, и что это все-таки тоже наша война, я с вами абсолютно согласен. Рустам Шамильевич, вы совершенно правы. Сравнение результатов выявляемости при диспансеризации шло в не вообще по выявляемости впервые зарегистрированных случаев, а только среди выявленных активно при всех других видах профилактических осмотров. Вот поэтому мы получили достаточно высокий показатель выявляемости рака желудка и пищевода. Вот по пищеводу 70%. Рака пищевода активно были выявлены именно при диспансеризации. На смертность мы никак не можем повлиять. Это предварительные результаты всего-то 2 лет диспансеризации. Как онкологам нам понятно, что снижение этой смертности мы будем ожидать только где-то от злокачественных новообразований через 7 и более лет. Завтра мы ничего не снизим. Это нереально. Лариса Митрофановна, я перекликаюсь с вопросом Рустама Шамилевича. Как вы себе представляете место онкологов в участии в диспансеризации? И какую долю вы им отводите вот в этом? Будьте добры. И, соответственно, вы вот говорили о кардиологах. Вы считаете, что кардиологи должны принимать выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы вот на диспансеризации, соответственно? Да. Значит, диспансеризация, я еще раз повторюсь, проводится в первичном звене здравоохранения, и ответственность за диспансеризацию, ответственность возложена на участкового терапевта или врача общей практики, который, ну, я не хочу их обидеть, но не является таким высоким специалистом, как специалист-кардиолог и специалист-онколог. А какова роль? Это роль методическая, и они должны методически контролировать результаты анализов, проведение диспансеризации, обязательно технологии, анализ качества и, может быть, даже и
формирование алгоритма исследований, которые проводятся на первом этапе диспансеризации. И обязательно трактовка результатов. А самое главное – это контроль заполнения отчетно-учетных форм, которые предоставляются региональными министерствами в Минздрав. Потому что иногда качество, когда терапевт заполняет данные по онкологическому компоненту диспансеризации, ну, желают, конечно, лучшего. Спасибо. Слышно? Да, меня не пойму, как с ним общаться. Вы в таблицах, меня интересует колоректальный рак. Вы в таблицах привели с одной стороны оптимистические показатели, а с другой стороны пессимистические. Я не понимаю, как центральный институт, ваш центральный институт и рядом еще один центральный институт смог объединить эти два показателя. Первый показатель – кал на скрытую кровь, по вашим данным, проведен 95% населения. Вы представляете цифры? 95% населения. Была такая цифра? Да. Да? Да. Этого быть не может по определению. Второй вопрос. Выявилось всего 0,5% рака прямой кишки. Рак прямой кишки, как мне известно, рак визуальной локализации. И если уже проведена кал на скрытую кровь у 95% популяции, и выявить всего 0,5, это откуда, где здесь правда? Где здесь, ну, как все это увязать? И третий вопрос. Я не очень представляю, сегодня многие докладчики уже говорили о том, что рак ободочной кишки, рак прямой кишки, это патология, которая выявляется довольно поздно. И на ранних стадиях, которые надо выявлять на уровне полипа, с этим онкологу и даже нечего ждать, никаких жалоб не будет никогда. Его надо выявлять заранее, но намного-много раньше. Ну, вы уже прокомментировали в ответ на другой вопрос. Здесь я не очень понимаю, как может онкологическая служба влиять на этот процесс. А первые два вопроса поясните, пожалуйста. Так. Спасибо. Значит, я еще хочу раз подчеркнуть, что особого внимания заслуживает качество отчетно-учетной документации. То, что региональные министерства послали, проводится анализ этих статистических данных. И если в регионе декретируемому населению проведен тест на кал, на скрытую кровь в кале в 95%, то я, анализируя эти материалы, учитываю именно. Вы только анализируете или вы что-то делаете? Ваш институт проводил хоть раз кал на скрытую кровь у определенной группы населения? Допустим, у 100 человек, или 200, или у 300. Делали вы это или не делали? Наш институт проводил это исследование, но это абсолютно не касается диспансеризации. А в 80-х-90-х годах прошлого столетия проводились оппортунистический скрининг населения Владимирской области, Брянской области. Теперь это неинтересно. К диспансеризации, вот именно к проведению исследований, онкологи вообще не привлекаются. Все это проводится, как я уже сказала, в первичном звене здравоохранения. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что контроль онкологов, методическое руководство, правильность интерпретации результатов того же кала на скрытую кровь чрезвычайно важны. Скажите, пожалуйста, вот сейчас здесь прозвучала такая маленькая ремарочка по поводу санитарно-просветительской работы. Казалось бы, мелочь, но тем не менее, онкологическая служба, первичная лечебная сеть, диспансеризация – и при этом всем, к сожалению, практически тотальная медицинская безграмотность населения. Когда люди, идя на диспансеризацию, не спрашивают, что я в итоге получу, а говорят, а меня ничего не беспокоит, и те исследования, о которых шла речь, та эффективность, о которой мы говорим, она у населения абсолютно не стоит как цель. Вот как по-вашему, кто должен заниматься санитарно-просветительской работой, кто должен перед населением ставить конкретные цели, и действительно ли онкологическая служба, как
высокотехнологическая служба должна заниматься первичным звеном. Спасибо. Да. Значит, наверное, есть какое-то недопонимание. Не заниматься, а оказывать методическую помощь первичному звену. И, в общем-то, тоже нести какую-то ответственность за активную выявляемость злокачественных новообразований. Кто должен заниматься просвещением населения? Вот моя глубокая убежденность, что заниматься просветительской деятельностью надо начинать с молодых ногтей в семье. Ну, никто не обязан сохранять здоровье вам. В 323 ФЗ записано, что формирование ответственности за свое здоровье лежит на гражданине. У нас этого, кстати, к сожалению, не развито. И затем уже школа и далее. Человек не должен ждать от государства, что он пьет, курит. Господа, уважаемые, я вас, вы меня ради бога, извините, я вас вынужден прекратить, потому что мы вышли за рамки, так сказать, предмета. И я, к сожалению, хотел бы вас попросить перенести дискуссию по этому очень важному вопросу на круглый стол, предложил профессор Беляев. Но я хочу со своей стороны сказать, вы ради бога на меня не обижайтесь. Очень для меня был интересный доклад, но я на вашем месте не пользовался бы, так сказать, вот доклада, так сказать, материалами и вот не ставил себя под удар, потому что мы в этом не участвуем, а мы, я имею в виду онкологи, вы, я и остальные онкологи, а вы, так сказать, выступаете перед аудиторией и ставите себя и нас, онкологов, под удар. Мы не знаем, что там происходит, а мы об этом докладываем, об успехах диспансеризации онкологического компонента диспансеризации. Вот вы все время говорите о выявляемости. Да. Вы говорите о ранее выявляемости. Намотайте себе на ус, что выявляемость это не является критерием эффективности скрининга. Не надо говорить о выявляемости, это не является эффективностью. Не надо брать на себя ошибки других и подставлять себя вот этой аудитории. Аудитория совершенно. Видите, сколько вопросов? Огромное вам спасибо за доклад, на меня не обижайтесь, все было очень интересно, по крайней мере, мы поняли, что происходит вообще с точки зрения онкологического. А самое главное, ваш вывод о том, что онкологический компонент диспансеризации должен перейти в руки онкологов, и тогда мы будем анализировать, смотреть и докладывать. Методическое руководство, да, пожалуйста. Да, да, да. Вот вы когда говорите о том... Давид Георгиевич, вы трактуете мой доклад со своей точки зрения, с вашим замечанием я абсолютно не согласна, что я себя подставляю, а тем более многоуважаемую аудиторию и онкологическое сообщество, поскольку формирование алгоритма диспансеризации широко привлекались и онкологи, и вы в том числе. Спасибо.